Всем привет, с вами Жора. Я сегодня буду пересадить этот бамбук, который я выращивал из семян в прошлом году. В общем, он вырос красиво, самый красивый. И отлично растет. Посмотрите, какие листья. Вот новые отростки здесь выросли хорошо. По толстые вот. Вот здесь тоже растет, еще один здесь. Но горшок уже как-то не очень большой уже для него. Я решил пересадить, короче. И, короче, я уже приготовил горшок. В общем, отличный размер. Не надо побольше, потому что, знаешь, постепенно это делается. И этот бамбук я буду выращивать постоянно в горшок. Я люблю, когда я сяжу за компьютер зима, и когда я редактирую мои видео, хочу как бы бамбук видеть за мной. И давай начинаем пересадку. Я буду его пересадить в этот грунт, который я взял из леса. Очень качественный, отличный. Посмотрите, мой лимон, как вырос в этот грунт. Соланум и гераниум. Отличный грунт, если видите, растение хорошо в нем растет. Теперь надо как бы снять этот бамбук с горшка и пересадить. Я хочу вам показать корневую систему. Видите? Мощная. Давай начинаем. Посмотрите, какие корни. Вот, отлично. Я не буду его выбросить, этот грунт. Но чтобы иметь контакт с этот, я буду как бы вот так сделать. Немного. Давай проверим. Вот, видите, я буду вот так как бы посадить. Вот до этого уровня я буду поставить грунт. Я уже посадил его. В общем, мне надо еще добавить грунт здесь. И все будет хорошо. Давай это сделаем. И в этот момент мой кот хочет мне помогать, но уже поздно. Я уже должен поливать. Я поливал, мой кот ушел, короче, боится воды, наверное. И все, на этом видео все, будет хорошо расти. Я поливал довольно много, он любит много воды. Короче, увидим. Спасибо за просмотр, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.
нажмите на колокольчик, чтобы видео не пропустить. С вами был Жора. Желаю хорошего дня. Пока-пока.